Сегодня в Якутске отметили столетие со дня образования профсоюза работников связи. На торжественном вечере собрались руководители и профсоюзный актив городских предприятий и организаций этой отрасли. За вековую историю профсоюз активист связистов прошел нелегкий путь своего становления и развития. Менялась эпоха, шли годы, но цель и задача всегда была одна – защита интересов и прав трудящихся. На сегодняшний день по Дальнему Востоку Якутия является лидером по количеству членов в профсоюзе связи. И в этот знаменательный день ветеранам и активистам этой отрасли вручили юбилейные знаки Республики 385 лет Якутия с Россией и почетные грамоты. У нас многие коллективные договора таких крупных предприятий, как Ростелеком, Почта России, РТРС, заключаются на федеральном уровне. Но мы никогда не остаемся в стороне, потому что вопросы оплаты труда, северных льгот и гарантий, которые, к сожалению, при заключении коллективного договора на федеральном уровне нам приходится доносить на особенности нашего проживания здесь, в условиях Крайнего Севера, в том числе по оплате проезда. Вот эти вот все моменты сейчас вот решаются, находятся в согласовании, и предлагается очень много усилий для того, чтобы все-таки работники отрасли были обеспечены социальными гарантиями.